Полицейские получили оперативную информацию о том, что этот горожанин занимается сбытом государственных наград. Информация о реализации подтвердилась. У подозреваемого были приобретены две медали – за отвагу и за боевые заслуги – по 1000 рублей за каждую. При проведении дальнейших оперативных мероприятий гражданин 23 ноября текущего года был задержан. При проведении обыска у данного гражданина было впоследствии изъято около 60 государственных наград. Подозреваемый признает свою вину и утверждает, что награды приобрел у других лиц. По факту незаконного сбыта государственных наград возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются владельцы изъятых медалей и орденов.